Хорошая форма. Если жарко, можно растянуть и превратить, получается, штаны простым движением. В шорты. Мужчины-волонтеры в первую очередь оценивают функциональность и практичность экипировки. Форма выполнена из хлопка, и получается мне не жарко и очень удобно. А куртка, она как бы защищает от дождя. А вот девушки оценили форму как наряд. Цвет настроения у всех стал синий и яркий. Цвета очень красивые, голубой, синий, мне кажется, они очень подходят как девушкам, так и мальчикам. Претендовали на волонтерство чемпионата мира 3000 человек. Сегодня здесь лучшие 1000. Самому пожилому 62 года. Когда нам 10 лет было, мы ночью смотрели чемпионат мира. Тогда впервые мы услышали фамилию Пеле, Горинчи. Нам все хотелось как им подражать. И вот думал, каким образом я могу поучаствовать. И вот в 2018 году, к счастью, мечта осуществилась. Джошуа Ансат – студент второго курса КФУ. На его родине, в Африке, футбол – любимый вид спорта, поэтому он просто не мог пропустить такое событие. Отбор прошел легко, помогло и знание языков. Надо было знать английский язык, русский язык, чтобы спокойно общаться с людьми. Но ты уже изучил город? Сможешь сориентироваться? Где улица Пушкина? Где моя институт? Там рядом с кольцо. Вот. Волонтеры будут по городу всюду. На транспортных площадках, вокзалах, на улицах, в общественных местах. Что именно по вам будут судить о городе в целом. Не только про футболе. Люди приезжают не только за спортивными эмоциями. Они, безусловно, пойдут по нашему красивому городу. И только от вас зависит, какое будет впечатление о Казани, о нашей любимой Казани. И захочется ли сюда вернуться. Первые, да, салаты. И фрукты, и соки. А еще татарские национальные блюда. Это меню волонтеров. Оно сбалансированное и разнообразное. Добровольцы будут целыми днями на ногах. Им нужно много сил и энергии. Сегодня продегустировали свои обеды. Очень хорошее меню. Все очень сытно и вкусно. А что тебе особенно понравилось? Суп. Люди в синем появятся на улице города до начала самого чемпионата, уже 11 июня. Кто волонтер? Я волонтер! Альбина Аслагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ «Казань».